Просмотр и создание слоев на геопортале. Для просмотра слоев и объектов дорожной сети авторизуйтесь на геопортале. В программе созданы демонстрационные слои для просмотра с подробной информацией, например, дороги и придорожные объекты. При клике на объект и кнопку «Подробнее» вы можете ознакомиться с подробными атрибутами. Также на карте отображены объекты дорожной инфраструктуры. Вы также можете узнать подробную информацию по каждому из них. Например, светофоры, посты госавтоинспекции, километровые столбы, перекрестки, ЖД-переезды, мосты и так далее. Также в системе отображаются дорожные и информационные знаки. К тому же в системе вы можете создать свои собственные слои и объекты, заполнив необходимые атрибуты.